It's easy to take for granted what Tashkent is today. Easy to forget it's not so distant past as a middling town behind the Iron Curtain. So, what was life like in Soviet Tashkent? In the perennial clash of capitalism versus communism, of East versus West, we found a charming woman who was a mere girl at the height of Soviet power. This, in what follows, is her story, her memories, and a powerful glimpse into what real life was like in Soviet Tashkent. Это дедушка и бабушка моей мамы. Они в 24-м году приехали сюда с Поволжья, когда там началась голодовка, голод. Они приехали сюда, зная, что Ташкент – город хлебный. Возраст 7 лет. Жизнь была трудная. Если вот моя бабушка и дедушка имели свое хозяйство, там было полегче. Все остальные люди работали. Работа однообразна, ну, какая-то серая, в общем-то, жизнь. Богато не жили, не было богатых. Ну вот хотела показать, это мои родители. Это 45-го года фотография. Первый муж моей мамы погиб в первые дни войны. Отец во время войны был ранен и попал в Ташкент в госпиталь лечиться. Вот как раз потом он заканчивал Ленинское училище военное, и вот это вот как раз фотография. Ну вот его тут тоже есть, вот как раз он в госпитале. Это 42-й год. Это вот он уже после выздоровления, он очень любил петь, у него был хороший, красивый город, голос. Это вот родственники со стороны моего отца. Это 54-й год. Так, а это вот я сразу хотела просто со старшим поколением, как говорится, познакомить. Это мой свекор. Он туркестанец. И отец, и свекор, они оба были коммунисты. А вот бабушки... Это мой дядя. Вот этот вот. Он как раз пришел из армии, вернулся, отслужил. Он никогда не был коммунистом. Всю жизнь прожил. Мало того, для того, чтобы стать коммунистом, надо было выслужиться, доказать, что ты достоин, что ты не там какой-то там, а надо доказать было, что ты достоин. Доказали, да. Да. Хотя бы тем, что воевали оба. Этот вот свекор дошел до Венгрии. Освободительное, когда уже началось движение, до Венгрии дошел. Отца рано ранили. А это уже после, какой год? 73-й год. Это его бывший однополчанин, с кем воевал. Кто-то говорит, что нет железной руки Сталина. Кто-то говорит, что наоборот, эти перегибы, в общем-то, целое поколение погубили. Но, во всяком случае, я знаю, вот честно вам скажу, я не знаю, хорошо это или плохо для всех. Но если бы не советская власть и, ну, наверное, линия коммунистической партии, мой отец никогда бы не стал ни учителем, ни военным, ни кем. Они жили в очень-очень бедной семье. У них была одна пара сапог на всю семью. Ну, а так, в общем-то, я что про себя могу сказать? Ну, как детство, обыкновенное детство. В роскоши не купались. Но были сыты всегда, плохо, но одеты всегда. Не так некрасиво, может быть, но качественно. Учили бесплатно. Работа была всегда, как говорится, требовалась. В общем-то, это моя, так сказать, точка.
права или нет, это трудно сказать. У каждого своя точка. Интересный вопрос. Нет, та система, которая была у нас, не хотела бы. Вот при всех ее положительных качествах. Мой муж и я, мы, в общем-то, простые инженеры. Со средними окладами заработной платы. Но мы себе могли позволить поехать куда-то отдохнуть, кому-то в гости. Не всегда, но могли купить какие-то вещи дорогие. Слишком много было ограничений. Морально-этические, наверное, какие-то такие нормы. Не так оделся – плохо. Не ту музыку послушал – плохо. Надо делать так и никак иначе. Сейчас они более свободны, конечно. Но тут может возникнуть совсем другая сторона. А не слишком ли они свободны? Так что, вы знаете, мне трудно судить. Но и не то, и не другое вроде бы как. Не знаю даже. Нет, естественно, что это позитивно, конечно. Но какая-то тоска, ностальгия лично у меня возникает. Особенно у меня много друзей, которые сейчас живут за границей. И вспоминают они именно те улочки. Даже, кстати, мой брат, это он молодой, ученик военного училища летного. Кстати, учился там же, где учился Юрий Гагарин. Да, представьте себе. Это он в Москве. Он уже много лет живет в России, и он ходил по этим местам и тоже очень скучал. Что помним? Во-первых, конечно, ночь, апрель, и вдруг этот толчок, когда мы, собственно, даже не поняли сначала, что случилось. Когда второй толчок произошел, все уже выскочили на улицу. Потом там несколько толчков, они по возрастающей были. И это было страшно. Это действительно было страшно. Я как раз заканчивала школу, 10 класс. И как, наверное, большинство подростков, восприняли мы это, конечно, с восторгом. Что произошло? Не поверите, но даже песню сочинили. Могу спеть. 26-е. Мир, все спокойно спят. Землетрясение. И потолки летят. Я улыбаюсь. А потолки летят. И народ бежит туда, куда глаза глядят. Потом, наверное, детское восприятие, что событие какое-то произошло. До тех пор, пока я не увидела центр, там, где сейчас стоит памятник землетрясению, когда я увидела эти развалины, это было ужасно. Это было ужасно. Стены, как после взрыва, такое впечатление было. Это было страшно. А нам, конечно, в какой-то степени повезло. Нам вместо 7 экзаменов мы сдавали только 3 выпускных. Надо сказать, что когда я сдавала историю, кабинет был на 2-м этаже. Как раз произошел толчок землетрясения. Сильный довольно. Всех учеников, конечно, тут же вывели и учителя, а мне 5. Конечно, действительно, со всех республик приехали огромное количество людей и стройматериалов. Строили очень быстро и, надо отдать должное, очень качественно, уже научный горьким опытом. Тут же появилось огромное количество продуктов, медикаментов, тоже со всего Союза свозили. Детей отправляли в лагеря в Россию или в другие республики. Так что помощь была огромадная. После окончания экзаменов я поступала в университет на филологический факультет. И не добрала баллов. А для строителей Ташкента, особенно приезжих, были большие скидки. Поэтому мне пришлось устраиваться на работу. Во-первых, это, конечно, как гром среди ясного дня, что вообще все эти события произошли.
Развал Союза в том числе. Ну, это может быть чисто моя такая натура, что она консервативная в чем-то, что менять привычное всегда страшно. Ну, а потом вот настолько мы привыкли, что действительно рядом союзная страна, которая своя, все равно своя. До сих пор старшее поколение, вот и моего, и даже более старшее, любой нации, кого не спросите, они все равно печалятся по этому поводу. Да, ну, потому что, казалось, это настолько навечно, нас, наверное, так воспитывали. Hers is such a vivid story from a time so long past it might never have been, and yet so recent too that those who lived it still live. And to think there are millions of stories just like hers. But the question is, how many of those stories have you heard? The older generation is a treasure trove of our histories we too often take for granted. And as I listen to her story, I think of my foster mom in England, who was a mere girl in the 30s and 40s. She would have shared the shock of a nation at the abdication of King Edward VIII. She would have watched from the back garden as the German Wehrmacht dropped its bombs all over England. She would have cheered with pride as London hosted the Summer Olympics for the second time, not knowing that more than a half a century would pass till it did so a third time. She had a thousand stories to tell, but I never got to hear a single one. I was always too busy, too distracted, till it was too late. I took for granted that there in my hands, I held diamonds. By the time I was ready to hear the stories, the sun had set, and I remain bereft and bereaved. Youth is wasted on the young, they say, but it doesn't have to be. So let's make a deal. Let's promise not to be too busy to make time to linger with Grandad as he tells of his days as a boy behind the Iron Curtain. Let's promise not to be too distracted to give our old aunt our full attention as she regales us with tales of the good old days. Let's promise not to be too disinterested to realise that their history is our identity, and to hear it from the horse's mouth, well, that's almost worth more than silver or gold. Every day the sun sets, and with it those who had front row seats to history. So, pull up a chair, set the phone aside, and make time for as many stories as you can before the sun sets.